Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 8 января было в 1987. Тогда минимальная температура воздуха была зафиксирована в Костюковичах. Столбики термометров в этот день опустились до -35,5 градусов. Почти такой же суровый мороз стоял и в Василевичах. Чуть теплее было в Бобруйске, почти 34 градуса со знаком минус. А вот совсем не зимней погоды сегодняшний день удивил в 1994-м. В Житковичах было больше 11 тепла. 8 января 1994-го ранней весной пахло и в Бресте. Термометры показывали ровно плюс 11. Необычайно теплым выдался и 2005 год. В Березино и Бобруйске столбики термометров поднялись выше 8 градусов. Это максимальные температурные рекорды для этих городов. В 2005-м было зафиксировано и самое теплое 8 января в Минске. В этот год температура поднялась почти до 8 градусов. Абсолютный рекорд со знаком минус в белорусской столице был в 1940-м. Тогда столбики термометров показывали более 30 градусов мороза.